Аграрии нашего района оперативными темпами продолжают уборочные работы, готовят почву и сеют озимые и зимующие культуры. По оперативным данным Управления сельского хозяйства, из имеющейся площади кукурузы в размере 8627 гектаров на сегодняшний день убрано 7857 гектаров. Подготовка почвы выглядит следующим образом. Из запланированных 17 600 гектаров подготовлено 13 098 гектаров. Посеву из запланированных 17 100 гектаров уже посеяно 13 383 гектара. Лидером по проведению осеннеполевых работ является Натырбовское сельское поселение. Но и хочется отметить, что и другие поселения практически не отстают.